Всем громадный привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Валентина. И сегодня видео о моих новых покупках из секонд-хенда. Перед тем, как показать, что мне удалось найти, я хотела бы сделать небольшой интерактив и подарить вот такой вот подарок. Это сумка кроссбоди на длинные-длинные тоненькие ручки. Привезенная сумочка из Италии. Здесь одно отделение. Она выполнена в таком как стиле плетения. Классный фрагмент. Вот такая вот яркая золотистая брошь. Сумку хочу подарить просто за два маленьких условия. Быть подписанным на мой канал и быть подписанным на мой инстаграм-аккаунт Showroom Trendy Forever, где я продаю вещи. Те, кто выполнили эти условия, просто в комментариях под этим видео пишут свой ник инстаграма, чтобы я потом могла найти победителя и отправить сумочку. Доставка осуществляется по всему миру за мой счет. Поэтому просто выполнив два условия, можно получить такую сумку. Конкурс будет длиться неделю, и то есть следующий вторник будет окончание в 19:00. За час до выхода нового видео я объявляю стоп и буду выбирать победителя. Победитель будет выбираться рандомно, с помощью программы, то есть это никак не по моим каким-то привилегиям, либо по моим каким-то личным взглядам. Вот только за два условия, за подписку можно получить такую классную сумочку. Она очень крутая, качество отменное. Как я уже говорила в предыдущих видео, сейчас очень много вещей в шоурум Trendy Forever. Это кожаные изделия, привезенные из Италии. Вот. И, конечно же, я начать хотела бы опять-таки с одной изюминки, которая досталась мне. Это жакет, он мужской, очень интересного молочного цвета, но он идеально сидит на девушках. Жакет просто, который хочется рассматривать. Во-первых, качество кожи здесь шикарнейшее. Карманы накладные. Сзади у него интересная деталь. Это два вот таких вот разрезанных как карманчика. Точнее, это как один карман идет цельный, на молнии. Казалось бы, две молнии, а как они делают эту вещь эксклюзивной? Смотрится удивительно. Он увесистый, он тяжелый, он добротный, он в идеальном состоянии, без следов носки и дефекта. То есть к нему вообще никак нельзя придраться. Очень красивый оттенок. Следующая вещь, которую бы я хотела вам показать, это сумка черного цвета на тонких ручках, которая прикрепляется с помощью таких вот замочков. Замочки регулируются, можно делать ручки длиннее, можно короче. Если присмотреться, у этой сумки очень интересная кожа, она идет такая вот, как будто бы слегка примятая, но это не от того, что она как-то носилась, это просто вот сам материал такого, такой фактуры. Внутри один большой отдел, и дополнительно, конечно же, есть боковой карманчик, карманчика под мобильный телефон нет. Здесь указано, что это фирма Coan Accessory Collection, и написано, что сделано в Италии, само собой, эта же сумочка оттуда и привезена. Очень такая лаконичная, базовая, очень классно смотрится. Сумка, которая подходит под все образы. Но чтобы она не была банальной, здесь такой вот интересный фрагмент, как украшение в виде молнии. Следующая вещь, это очень интересная сумка, портфель, планшет фиолетового цвета. Здесь есть два отдела. Вот, она кожаная, само собой, сумочка. И, конечно же, она тоже из Италии. Здесь можно положить мобильный телефон. Здесь, допустим, вот в кармане ключи. То есть она очень удобная. Сзади отсек тоже есть. Понятно же, что эта сумка не шопер, сюда там килограмм картошки и бутылку молока не положишь, но косметичку, расческу, документы, может быть, даже планшет, зарядное устройство легко войдет. То есть за счет этих отсеков, которые представлены, ее можно широко набить, и она будет очень практичная. Нравится, что она такого необычного цвета фиолетового, и, конечно же, эта белая строчка делает ее очень классной. Следующая вещь, опять, конечно же, кожаная. Это жакет такого цвета серого с элементами хаки, бренд Этам, размер L. Кожа здесь очень грубая. Он вообще, конечно, классный, прекрасный. Это покупался в Украине, это в Великой Шафе, если я не ошибаюсь. И здесь он застегивается на трех пуговичках. Это не мужская модель, это уже женская. Классные строчки, здесь такая двойная она идет. В идеальном состоянии, без дефектов, тоже к нему никак не придерешься.
смотрится очень круто. Подумываю над тем, чтобы, знаете, возобновить свою рубрику. К примеру, я беру какую-то одну вещь и под эту вещь создаю несколько образов. Вот. Что-то мне хочется поиграться с кожаными изделиями, и, возможно, если я успею, я сниму видео один кожаный жакет и несколько образов. Будет интересно в комментариях почитать, какой из жакетов, которые я покажу сегодня, вам бы хотелось, чтобы я стилизовала. Вот. Ну и вообще, нравится ли вам новое наполнение в аккаунте, новый ассортимент. Следующая вещь — это кожаный ремень. Если присмотреться, то по краям у него такие вот как трещинки представлены. Это не дефект, это изначально такая задумка, такой вот ход дизайнера. У него большая пряжка, он широкий, вот. И, конечно же, здесь еще специальный такой вот элемент, чтобы регулировать длину. Люблю вот такие вот пояса носить поверх пальто, поверх жакетов. Для меня это какая-то особая страсть. Если вы посмотрели последние обновления в профиле у меня, вы могли видеть, что очень много мужских жакетов шерстяных я добавила. И вот все их я стилизовала с помощью вот таких вот ремешков. Получается круто. Следующая вещь, и это тоже ремень коричневого цвета. У него вообще он сам по себе идет очень широкий, полностью весь такой в заклепках. Заклепки разных размеров, от маленьких до больших. Но отдельное внимание следует уделить вот этой вот пряжке. Она полностью инкрустирована камнями, стразиками. Смотрится, конечно, очень удивительно изысканно. И тоже, вот если раньше я бы видела такой пояс, я почему-то видела бы его в стиле бохо. Бохо, как он там ковбойском стиле, то сейчас я его вижу даже в романтичных образах, потому что как-то мне сейчас так нравится эта игра, когда берут вот спортивные штаны, одевают и босоножки на каблуке, когда вообще вот миксуют немиксуемое. Вот такой пояс я бы носила, наверное, с чем-то, ну, очень-очень женственным. Следующая находка — это кардиган-жакет красного цвета Brand St. Michael для Mark & Spencer. Очень нравится фасон, такой вот необычный. Этот жакет-кардиган состоит на 50% из шерсти, 50% акрила. Если присмотреться внимательнее, то видно, что вот он идет неоднородный, у него очень такая интересная вязка. Точнее, меня часто поправляют не вязка, а стиль вязание, наверное, так правильнее будет сказать. Он идет на размер эмочка, не сильно длинный, укороченный. И я примеряла его с голубыми джинсами. Вы знаете, это настолько классно смотрится. Обычные классические джинсы Levi's, такой кардиган, красные губы и, конечно же, получается улетный образ. Почти всю примерку, которую я вам сегодня показываю, я снимала в брюках, и они тоже куплены в секонд-хенде. Я как-то, знаете, настолько была увлечена вот, скоростью снять это видео, плюс как-то хотелось максимально красиво показать вам вещи, что я совсем забыла снять брюки, в которых я была, потому что я их тоже планировала вам продемонстрировать. Это брюки, повторюсь, такие секонд-хенда, и я их оставляю себе, потому что мне сейчас очень тяжело себе какую-то одежду подобрать, особенно низ, чтобы вот не висело на мне это, как на балахоне. А штаны такие интересные, они идут зауженные на высокой посадке, и у них классная деталь, это вот нахлёст, как будто бы накладной карман и баска. Куплены были или за 5, или за 10 гривен, вообще совершенно случайно, в один из последних дней сейла, наверное, потому что такой размер маленький остался, они залежались. Очень мне они импонируют. Двигаемся дальше. Хотела показать вам вот такую вот интересную сумку. Она очень объемная, кожаная. У этой сумки классная деталь. Это вот такая вот меховая ручка. Мех здесь на ручке искусственный, сама же сумка кожаная. Здесь есть два колечка, поэтому я так понимаю, что можно, в принципе, добавить еще какую-то ручку, допустим, цепочку, и носить вообще там еще, как, знаете, длиннее, чтобы она смотрела. Сейчас заметила я, что актуальны именно длинные ручки, вот такие вот на сумках массивных, и чтобы они практически возле колена где-то были. В сумке представлен один отсек большой. Если присматриваться поближе, то видно на сумке вот такие вот как царапины присутствуют. Это не дефекты, это изначально вот такой вот дизайн изделия, потому что везде равномерно по всем вот швам оно присутствует. На эту сумку я выставила ее на аккаунте Шафа, смотрю, так очень много людей просматривают, видно, нравится очень. Но она, конечно, очень стильная, оригинальная, и я обожаю вот такие вот массивные сумки, потому что в них можно все что угодно сложить.
Как может не понравиться вот такой вот роскошный королевского синего цвета замшевый клатч, я не представляю. У него есть одна ручка, а внутри один отдел. Конечно же, клатч не подразумевает то, что у него много будут складывать, буквально там самые необходимые вещи, но насколько же он изысканный. Тоже я бы, знаете, его использовала в монохромном луке, какой-нибудь, допустим, Total Serie лук, либо Total Black лук и один клатч, и все, больше никаких аксессуаров. Ну, имею в виду по цветам. Может быть, какие-то кольца, серьги, бусы я бы одела, но вот чтобы одно яркое пятно в образе было. Девочки, вот эту вот кофту я уже сижу минуты 3-4, кручу-верчу, не знаю, как ее взять в руки, чтобы вам показать. Поэтому я лучше сразу перейду к примерке. Смотрите, очень необычная кофточка. Это пыльник, да, можно сказать, накидка, укороченный тренчик, она тоненькая, цвет хаки. Здесь интересные рукава. Можно носить расстегнутыми, и они тогда будут длинными, а можно, подвернув рукав, сделать 3/4. Также здесь есть поясок. Можно, по идее, просто завязать его сзади, спереди будет так вот свободно смотреться. Мне же захотелось показать вам, как будет смотреться эта кофточка, если полностью обмотаться поясом. Конечно, эта вещь не совсем как бы на каждый день, она не греет, она не теплая. Это вот, знаете, для имиджа, стилизовать что-то, дополнить свой образ чем-то. Цену на нее поставила не очень высокую, и я любуюсь ею, я думаю, что вы тоже оцените такой дизайнерский ход. А если вы слышите посторонний шум, вы знаете, это мой сосед опять решил вклиниться в наше видео. Итак, следующая находка из Италии. Это сумка розового цвета. Здесь такая интересная кожа. Она такая вот мягкая. Я не могу подобрать слово, чтобы ее как-то вам охарактеризовать. Но вот такое впечатление, что как даже замшевая. Ну вот очень необычная. Сумочка-портфель красивого цвета. Как мы знаем, цвета Pantone 2021 это серый и желтый официально, но тем не менее, насколько я понимаю, сейчас замечаю, розовый и зеленый стали главными конкурентами этим оттенком, поэтому вот эта сумочка сейчас мега-мега актуальная. Внутри одно большое отделение, также вот этот кармашек, в нем тоже можно... Двигаемся дальше. Следующая находка. Шикарный кожаный пиджак коричневого цвета. Это бренд у нас Wallis. Размер указан 16. Я могу сказать, что мне кажется, он не 16, он маломерит. Но если вам интересно, можно ориентироваться по замерам, которые у меня в постах Showroom Trendy Forever. Каждой фотографии идут замеры, описание. Я всегда готова снять дополнительные видеообзоры, дать дополнительные фотографии. Так вот, коричневый цвет. Классная качество. Здесь кожа не мягкая, она тоже плотная, вот чем-то напоминает тот жакет от Etam, который я вам показывала ранее, оливковый, хаки оливково-серый такой оттенок. Здесь коричневый. Я как-то помню в профиле, у меня уже был такой план на коричневый жакет, тогда на него было очень много желающих, может быть и сейчас вы увидите этот. Кто не успел купить тогда, обратит внимание на это произведение искусства. Ой, ну эта сумка, это просто, я не совсем часто употребляю такие слова в своем лексиконе, отвал башки, но здесь я по-другому сказать не могу. Сумка Tubus розового цвета на широком ремне, такими интересными двумя пряжками. Тут, по-моему, да, регулируется, можно сделать ремень еще длиннее. Сейчас я ее набила просто, чтобы показать вам форму. На примерке я вам покажу, как можно носить эту сумку. Ее можно и под мышкой, и можно как бананку, можно как разбоди. Она удивительная и уникальная. Второе такой сумки встретить, мне кажется, практически невозможно. По крайней мере, мне вот такая вот форма встречается впервые. Фирма это Bias. Качественная итальянская сумка дизайнерского произведения. А сейчас я покажу вам две вещи от одного дизайнера. Это, может быть, я считаю неправильно, потому что я такой знаток, конечно. Гюдрюм Сигне... Гюдрюм я точно вижу, а вот дальше не могу разобрать. Я покажу, конечно же, вам бирку. Может быть, кто-то из вас знаком с этой фирмой. Мне она нередко встречается в секонд-хенде, то есть я могу сказать, что я тоже уже видела ее. И вот нравится эта фирма тем, что часто все используются натуральные ткани, хорошие составы и необычные фасоны, необычные расцветки, такое вот все замысловатое, интересное. А вот эта вот оливковая жилетка с объемной пэтчворк
арк-вышивкой, на завязках, смотрится очень круто. Люблю такой вот немножко бабушкин стиль. Вот вторая вещь тоже этого же бренда Гюдрюма, красного цвета, интересный жакет кимоно. Он застегивается и на потайную завязку внутри, и в то же время через вот такую вот пуговичку необычную красного цвета. Подкладка тоже у него классная. То есть его, в принципе, можно и расстегнутым носить, и застегнутым. Рукав укороченный. И я показывала его на поверх кофты одевала. Его можно и на голое тело. Тут, в общем, кто как любит. Но я тоже вот впервые встречаю вот такой вот силуэт. Ой, ну эта сумка, это просто нечто. Сумка коричневого цвета с бежевыми элементами. То есть бежевые внутренности у нее. Она как будто бы состоит из асимметричной ручки, которая плавно перетекает в основное тело сумки. Ручка отстегивается. И сзади есть вот такие вот разъемы, карабинчики. И можно эту сумку, в принципе, носить не вот как привычно через плечо, но и как рюкзак. То есть здесь надо, конечно, поколдовать. Можно сложить ее, и это будет клатчик. То есть ее по-разному можно представлять. Я ее надевала и так, и так, и так. Мне больше всего нравится вот через одно плечо перекидывать. Она вместительная. Также вот эти вот два боковых карманчика, точнее не боковых, а два карманчика по центру основания. Но она очень классная. Здесь столько кожи. Шик. Как вы можете знать, я фанат жилеток вот такого плана. И я не смотрю на то, что мужская, женская. Я обожаю стильные вещи. И планирую вот снять видео. Я уже отобрала все свои жилетки, такие необычные. Знаете, там моя коллекция жилеток. Но я думаю, это будет видео для ТикТока, не в Инстаграме. Ну, а может быть, и в Инстаграме, и в ТикТоке. Ну, в смысле, не для Ютуба, потому что оно будет такое динамичное, с супермонтажом. И как бы для Ютуба выгружать видео длиной там 15-20 секунд я не вижу смысла. Хотя, может быть, сторис добавлю. В общем, ладно. Как обычно, если я начинаю болтать, мне тяжело остановить. В общем, жилет черного цвета полностью инкрустирован заклепками, камнями, колечками. Фирма Intrend, размер 42. Он просто необыкновеннейший. Сзади спинка обычная. И заключительная вещь на сегодня. Это кожаная сумка багет черного цвета на тонких ремешках. Если присмотреться, она состоит из кожи разных вариантов. Как будто бы кожа крокодила, однородная кожа. Застегивается, интересно, вот такую вот скрытый магнит. Вот. Ну, внутри я ее набила, чтобы она пустой не была. Так, конечно, места, в принципе, там достаточно, много чего поместится. Тоже такая интересная, красивая, очень дорого смотрится. Ребят, на этом я буду видео заканчивать. Я благодарю, что вы смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо за поддержку, за комментарии. Для меня это очень ценно. Пожалуйста, оцените этот ролик. Лайк, если вам понравилось. Дизлайк, если вам не понравилось. Не забывайте про конкурс. Сумочку я готова отправить победителю в любую точку. Главное выполнить условия. Подписаться на канал, подписаться в шоурум Trendy Forever, мой инстаграм-аккаунт, и здесь написать свой ник для того, чтобы мы не потерялись. Сегодня я прощаюсь. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Хорошего вечера, всего самого лучшего, здоровья, добра.